Ну, вот подождешь или левитацию дам? А что, нельзя никак туда, в конец, как-нибудь? Нет. Ну, были бы гоблинская эта херня, может, было бы в конец залететь. Просто если даже кто-то умрет и встанет, мы его сумануть не сможем. Ну, типа квесту. В этом проблема. Бать, бог на кубами видел? Вообще ни разу не замкнул. Спасибо. Ногу не споткнул. Говорится. Ты видел, как ШП с оранжевым посохом добавил в ПВП? С каким посохом? А, с этим? С символом, которым? Нет, Легендарным? Шерлок. Шерлок, да. Ну, я, по-моему, у Изича видел видос. Да, увидишь, там вообще нормально. У меня у мага почти был, только осколки оставалось собрать на X3. Ну что, ШП и так сильно, блядь, а ты прикинь, блядь, ШП, блядь, еще и с этим говнем. Прикинь, шатер, блядь, ШП с оранжевым посохом и Макс оранжевым. Нормально, блядь. А никого попить нету водички? Это что, блядь, кому дать? Кубобу. У меня БКшная вода есть только с трэша. Это вообще не есть, да? Ну, спасибо. Так они что, обе в конце? Курвы ебаные. Или только выражение? Короче, щит сейчас просто в них не кидай, и пусть они подбегут сюда. Да, да, здесь. Да, щит, когда подбегут, вот. Да, кстати, возьми просто вот, пускай не... А, она не идет, блядь. Идет, идет. Сука. Чё не идешь-то? Ладно, кидай, похуй. Я попробую продиспелить, если получится. Ука, ука. О, заебись, баблом снял. Найс, добивайте. Чё он был? Ой. Ебите. Опа, меня не убить. Да, это курва кидает. По-божески пацаны сделали. Я сейчас она никого не взяла в контуре. Или взял? Два раза. Взяла, но вы меня с диспелли сразу убили. Ну а Рамзес не смог этот... Короче, размолоть нас не смог, вот. Пожалуйста, нет, не только нет. Нажми кош! Ваниш, ваниш. Кош ваниш, да. Не ваниш. Я своей эльфийской ушел. Красавчик. Хорош. Слушай, так тут все опытные игроки, получается. На скеле. Вон, целительницу бейте только. Вот травичка какая-то. Я говню. Врываемся. Чарж. Бешана. Под бомб. Все правильно. Не, быша не было. Я собью, я собью. Опа. Блять, ну не могу я так, короче. Оно не диспелится. Во-первых, до босса добежит, тот красавчик. И побежал. Побежал кибо, блин. Ну-ка, пацаны. Охилить, кто, бля, я сейчас умру, алё. Да куда там, там один моб остался? Рассказывай, сказки. Бля, вы там на инженерский там бежите, я все нормально, я фурнул. Жесткий ты тип, конечно. Бля, фейп, нет. Бра. Так нечестно, у него два спринта, бля. Имба какая-то. Смотри, ой, палы медленные. Палы медленные там отстают, да? Ой, что такое? Споткнулся? Не бегает того типа. Ну, бывает, бывает. Давай первую ставь, а он там свой.
Так, надо сейчас шестерку попробую дать в босс. Давай. А, так вы же в семилике, бля, ебать удобно будет сейчас. Только это, диспельте и яд. Это было бы идеально. Бля, ты так стал, конечно. Да нормально, нормально, он там просто близко подходит. А я сбоку встану, чтобы меня не плевало. Гений. Кто-то скажет гений, я скажу опыт. Блядь, а где твои 6к? Это пиздец, я не понимаю. Ну не критует, блядь. Кто-то со мной в рейде был, я помню, у меня было 50% крит в группе. Че, кто это был, я не знаю. Сколько у меня сейчас? Я сейчас даже попасть по нему не могу, бля. Алло! Ты бить будешь, тени? Он стоит, как видишь. Все. 46 только. Нет. Это только 50% крит, когда пойдет. Я понял, фурик очень сильно от крита зависит. Давай хоть меч выпадет. Личка. Вот тебе и колечко, и меч. Где колечко? Я аксессуар возьму. Опять, наверное, друбает говно какое-то падает. Слушай, это вот интересно, конечно. Вот этот вот аксессуар, у меня, короче, 24, будет почти 100% крит. Почему? Почему мне дает кристалл это без... Хороший, без... Скороби тоже хороший тренер. Ну, да. Почему мне кристалл без дают, а не пропасть? Я не понимаю. А все пойку. Сейчас камень надо собрать. Что за камень там? Ну все. Сейчас я, дайте, я протещу новостринку и пойду. Что, все съебались, да? Не успеваю. Вот, а ну, погоди секунду. Сейчас проверим. Кто сказал тринг? Тренка. Так, раз, крит. Нихуя. По мне крит, ладно. Два. Сука, тоже нету крита. Какого хуя? 32% крита. А по мне опять прокнуло. Три. Не критует. И не успеваю. Ну и похуй. Крит. Три не говна получается. Ладно, все, всем спасибо. Три не хлам ему. Да. Так, а что там, реально сезон через 4 дня заканчивается? Угу. Ебать, прикольно, прикольно. По идее, этого 2 числа должно быть это, ИК открытие. Какого? 2. Должны были вообще в конце августа открыть.